Это «Пульс дня». Мы продолжаем выпуск. На связи со мной политолог и издатель Илья Левков. Илья, здравствуйте, приветствую вас. Приветствую вас и всех-всех наших телезрителей и радиослушателей. И черкните нам когда-нибудь, что вам не нравится. В этом они гораздо, это правда. Израиль на этой неделе начал масштабную операцию в 4 городах на западном берегу Иордана. Помимо этого, мы знаем, были обстрелы Хезболлы, мы знаем об опасной ситуации, которая складывается с Ираном, и происходит операция в Газе одновременно. Об этом не говорят американские СМИ почему-то, ни Fox News, ни CNN стараются обходить тему Израиля. Я хочу спросить ваше мнение, не считаете ли вы, что сложилась достаточно опасная ситуация на Ближнем Востоке, в которой Соединенные Штаты должны сыграть какую-то роль? Ну, в общем, если вы считаете так, то какую? Пожалуйста. Понял, спасибо. Да, активизация продолжается, но спор об этой активизации и их бесконечных вариантов, я сейчас поясню, она уже ведется более 9 месяцев, из 11 которых уже прошли в этой, так сказать, ответом на нападение Хамаса. А именно, непонятно, почему, что же точно хочет и желает израильская политика. И это происходит по двум причинам. По одной, потому что неясно, какие факторы начнут активизацию войны против Израиля, а именно, например, раньше даже не думали, что хуниты там эти в Йемене начнут обстрел Израиля на более 1000 километров ракетами. То об этом вообще это новый фактор, который присоединился. Старый фактор наяву, который был, это, конечно, Хизбалла в Ливане. И также другой фактор, который тоже наяву, здесь нету ничего такого глубокого, это Иран, который старается своими марионетками влиять. Но так как Иран также боится ответа Израиля напрямик Ирану, а главным образом атаку на его индустрию, нефтяную индустрию, то они все-таки сказали, что да, они не забыли, что сделал Израиль в Тегеране, убив главу Хамаса, но все-таки они дадут ответ. И вот в этой тишине происходит различное явление. Но это один полюс. Всех вариаций, насколько надо, потому что, слушайте, я вам поясню, 80 тысяч, до 90 людей с северной полосы Израиля ушли из этого обстрела, потому что правительство не смогло приостановить стрельбу Хизбаллы на северную часть Израиля. Значит, эти люди живут в различных отелях, в различных городах, дети не ходят в школу. В общем, здесь практически есть большая зона. И к тому же напомню, что у Хизбаллы были сотни тысяч ракет. Это мне самому непостижимо. Ну, скажем, среди них есть дальнобойные, точные с приборами нацеливаться. Они могут обстрелять Хайфу, порт Хайфы, госпиталя Хайфы, и это достаточно, и потом просто население, но они этого еще не сделали. То они сидели на полузаборе, не зная. Они не зная и не понимая, почему Хамас их подвел, и как выскочка, не объявив им, сам начал эту войну 7 октября 2023 года. Но есть здесь еще один очень-очень важный фактор. А это внутриизраильская политика, которая, вы знаете, она находится под обстрелом меньшинства,
которые обвиняют Израиль, что это не демократия. Значит, маленькая кучка людей. Сегодня они были когда-то раньше около 50 тысяч, 80 тысяч. Они сегодня утихли. Но 5 тысяч достаточно, чтобы перекрыть главные магистрали Израиля. И это они продолжают делать. Сейчас, как реагирует на это правительство и почему? Правительство не играет пад. Ни война, ни мир внутреннего фронта, чтобы не было накал. Оно как-то утихомиривает, хотя одна часть требует, чтобы он немедленно сделал эту сделку, так и называется, иска, а именно обменять всех оставшихся заложников на бывших террористов, которые сидят в Газе. Между прочим, те, которые были обменены и были освобождены, и вы были освобождены ошибочно на западный берег, Иуда Вашумрон, что называется, и они участвовали сейчас в нападениях на Израиль. Вы понимаете? То сразу, конечно, было сделано это. Другая, поэтому, здесь я закончу эту тему, Нетаньяу ведет очень-очень тонкую войну. Ни война, ни мир. Значит, таким образом он продолжает говорить, что если кто-то нападет на Израиль, он получит непропорциональный ответ, который так и должен быть. Никто, война – это не бухгалтерия, сальдо – это вот. Поэтому это раз. Вторая вещь, у него есть также баланс с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты из-за того, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, мы подойдем к этому, они заняли такую полупассивную позицию, а именно, да, есть два корабля в Восточном в море, на восточной стороне, в Средиземном море. И, конечно, они будут, если что-то произойдет, они и придется помочь Израилю, скажем, то они, может быть, и якобы, значит, помогут. Сейчас, но все это говорит об одном. Какую игру здесь играет Биньямин Нетаньяху? Биньямин Нетаньяху играет очень интересную и важную игру. А, между прочим, статья была недавно, очень уважаемый мной, во всяком случае, сейчас я его найду, имя, знаю его годами, читаю годами, это Мид. Его зовут Рассел Мид. Он академик высшего класса стратегии, и он вообще-то не хотел входить в журналистику, ему предложил Wall Street Journal лет 3-4, неужели 5, в этом роде, эту позицию, и он, потому что бывший, так сказать, комментатор, он ушел в Нью-Йорк Таймс, как ни странно, тоже очень-очень умный, это вот. Но он ушел туда, и вот Уолтер Мид не был уверен, и он зашел к своему другу, старому другу Киссинджеру, и тот сказал: не беспокойся, ты можешь уйти в эту журналистику и держать высшую планку. И вот он, анализируя Нетаньяху, он понимает, что есть много вещей, которые нельзя высказать на нынешнем этапе. А именно, это целый пакет вариаций, что будет будущее с Газой и жителями Газы. Понятно, что все жители Газы также участники всего этого. А то, они, если бы они были вольными, хотели быть свободными от Хамаса, они давным-давно могли помочь Израилю, где что находится,
и это бы закончилось намного. Но ни единый из них практически, кроме тех, которые были завербованы, не доставляет информацию Израилю. Поэтому Нетаньяху вынужден играть в эту игру, мол, растянуть ее хотя бы до конца администрации, хотя нынешней администрации, и надеясь, что следующий президент Соединенных Штатов будет от республиканской, и он не будет запугивать Израилем. Он не скажет никогда, вы делаете, что я хочу, или я создаю второе государство, палестинское государство. Потому что он понимает простую, самую простую истину, которую они понимают и не хотят. Они могут понять, это не ахти сложная формула, которую все должны понять, кто хочет. А именно это было вывод дан министру иностранных дел Британии в 1946 году. В 1946 году, до того, как Организация Объединенных Наций в ноябре, 29 ноября, сказала, что вот будет разделение Палестины для арабской и этого. До этого он сказал, арабам не нужно государство. Арабы не хотят, чтобы было еврейского государства на Ближнем Востоке. Точка. Тот, кто не понимает это, вся его болтовня и все споры надо выкрасить и выбросить, потому что они как минимум нечестные, а по-серьезному сядьте и задумайтесь. Сколько раз, что не предлагали, даже тот Ольмерт, который мой однокашник с университета, он дал им все, даже на часть Иерусалима, все, обмен территории, то же самое осталось. Здесь этот западный берег, до того, как он был заселен, понимаете, не полностью, есть там три зоны. Он, все бы это было хорошо, каждую минуту палестинцы говорили, нет, спасибо, мир не надо, как тот грузин сказал, пальто, насчет пальто. Вот такая ситуация происходит. Что интересное произошло на этой неделе, вдруг, два дня тому назад, израильские солдаты вошли в какое-то открытие, оказалось, это был туннель вел куда-то, черт знает куда, там была дверь, они постучали в дверь, кто-то там открыл, ответил на арабском, и оказывается, это был израильский заложник, гражданин, который вообще-то мусульманин и говорит на арабском и на иврите, конечно. И вот его освободили. Там было несколько трупов хамасников, и он был один единственный там. И они его освободили. Ему 52 года. У него 11 детей. И вот как мне интересно, мир, где вы видели, что вот такая военная операция была именно направлена в защиту мусульманского израильтянина? Не было такого в истории, чтобы было послано. А это опасно, войти в такой туннель, в темноте. Там различные, знаете, слушатели, там различные мины, там бог знает что. Это рисковать жизнью. Они не знали, кто там находится, но наткнулись на него. Это было очень-очень интересно. И ну, это опять ни глазам, ни ушам не верится. Вот. Время наше подходит в этой части к концу. Это был политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. По средам, как обычно, мы с вами в рамках «Постскриптума» делаем рассказ о книгах, которые ваше издательство опубликовало. Дайте угадаю, сегодня будет что-то об иностранных агентах или разведке, потому что в связи с историей Павла Дурова, нет? Нет, не угадал. Нет, не угадал. Хорошо, тогда в следующем часе мы встречаемся в «Постскриптуме», и вы расскажете, о чем будете сегодня говорить.